27 марта по всему миру отмечают День театра. В честь праздника в Азовском доме культуры по сложившейся традиции прошел 7-й районный фестиваль «Театральные подмостки 2022». Цель фестиваля – развитие творческих способностей талантливых детей и популяризация театрального искусства у жителей муниципалитета. С приветственным словом выступила начальник управления культуры Галина Куролесина. Дорогие коллеги, пусть наши зрители всегда имеют повод восторгаться яркими постановками. Пусть у режиссеров всегда будет возможность в нашей жизни найти яркую, интересную, незамываемую историю, чтобы воплотить ее на сцене. Пусть у каждого и самодеятельного, и профессионального актера будет возможность принять участие в интересной постановке. Участие в театральных подмостках приняли коллективы из 6 поселений Северского района. Они представили свои выступления в 2 номинациях – «Инсценировка» и «Художественное слово». Конкурсанты разных возрастов посвятили свои номера Великой Отечественной войне, казачьим традициям, любви к родине. Ну что вы молчите, дружки фронтовые? Мне трудно, вы слышите, трудно в дыму. В кабинах ребята лежат неживы, и надо решать все ему одному. Чтобы в суздальских землях и землях рязанских и прочих не поставили лучшего храма, чем храм Покрова. Оценивала выступление артистов жюри. Именно им предстояло подвести итоги фестиваля и распределить почетные призовые места. Директор районного организационно-методического центра Людмила Фоломеева поблагодарила каждого артиста за участие. Я вас всех поздравляю и говорю спасибо. Спасибо за то, что вы сегодня приехали, показали, поделились своим мастерством с коллегами, с другими участниками коллективов. Вы все большие молодцы. В номинации «Инсценировка» гран-при фестиваля получил народный ансамбль Азовского дома культуры «Тополына». В номинации «Художественное слово» в своих возрастных категориях первые места заняли Карен Данилян, Гладкова Ульяна и Елена Засыбенко.